Добрый вечер, дорогие друзья! Всех приветствую на канале. Сегодня у нас в эфире будет прохождение Resident Evil Outbreak. И, соответственно, будем проходить дальше кампанию за Алису. Ну что ж, поехали, ребята, всех приветствую. Так, сейчас мы запустим наш, так сказать, образ. Поехали. Привет, Evil Rock. Я только 15 минут назад твое прошлое видео досмотрел. Вот как раз. Следующее сейчас посмотришь. Так, ну что ж, давайте запускаться. Вот данные загружены. Ставим наш джойстик. Сейчас будем проходить дальше кампанию. В общем, сегодня мы будем добивать оставшийся сценарий за Алису, а именно 4-5 сценарий. Сегодня будет у нас два сценария. Сценарии довольно интересные, особенно 5 сценарий. И, в общем-то, увидим, чем все закончится в плане сюжетки за Алису. Так, погружается у нас игра. Resident Evil. Так, проверь свою коллекцию. Что-то мы еще не открыли, что открыли. Так, ну, в принципе, судя по сохранялкам, все в порядке. Все как бы то, что мы до этого открывали, открыто. И это, как говорится, радует. Так, поехали. Один игрок. Да, я буду проходить в одиночку, соло у меня сегодня будет. Так, идет у нас сценарий «Адский огонь». До этого мы проходили сценарий «Улей» и «Адский огонь». Уклоняясь от вспышек огня, мы пробирались по задымному отелю. Теперь мы знаем, что такое ад. Поехали. Так. Алиса у нас идет. Выбираем. Норм. Так, конечно, баг с текстурками тут мне не удалось поправить. Судя по всему, это все зависит от версии. Довольно странно это все дело. Так, сделать чуть погромче игру. Аж текстурки, конечно, летают, но, увы. Это надо менять версию на японскую, а там свои проблемы тоже будут. Там не будет ни перевода, ничего не будет. Эй, есть здесь кто? Лен, ты пойдешь вниз. Что это было? Сейчас взорвется. Уходим! Бомболе у нас случилось, как вы видите. Так, ну что ж, поехали. Сейчас будет самое интересное. Самое интересное. What's wrong? Go to hell! Yeah. Hey, what's wrong? Move! Just do it! Open the door, hurry! Так, сейчас у нас в команде получается Дэвид и Алиса, как я понял. Самые нужные персонажи для этой локации, включая еще моего. Так, ну, у Дэвида трава, я не попрошу. Отдам Йоку. This is it. Thanks. David. Yoko. Так, ей нужнее будет. Thank you. Так, ну погнали. Нам самое главное не забыть про спецпредметы, которые спрятаны здесь в игре. Just do it. What? Есть.
Go to hell! What's wrong? Did you find anything new? Временем боль. Привет. Эй, привет. Что? Что вам нужно? Что же мне делать? Чертов бак, а ну-ка же его исправить, блин. Я думал, движуха вернётесь, решил запастись себе готовить ко всему моменту. Да нет, нет. Какой-то. Я буду проходить соло, как бы это уже чисто для себя прохождение. А толпой мы еще ворвемся. В любом случае у нас еще будет возможность. Так. Ну, погнали, в общем. Возьмем бейджики. Бейджики мы отдадим, чтобы получить спецконцовку. Не знаю, по-моему, я эти бейджики не брал, судя по памяти. Да, спасибо, Виурок, за поздравление, благодарю. Да, ну, 2 года уже, 3 дня назад исполнилось. Так, держи Йоко. Все, отлично, теперь уходим наверх. Так, Дэвид Козлина с нами не идет, ну да ладно. Так, мы пойдем этим путем. Тут есть 2 развития пути. Можно пойти вниз, через низ, либо через верх. Ну, через верх будет проще, чем через низ. Потому что если через низ, то будет загадка с картинами. Не, моя самая нелюбимая загадка. Так. Отлично, с нами Йоко, это радует. Все, минус этот зомби. Так, ну Йоко, если что, есть все, что надо. У меня Дэвида вижу где-то там. Здесь все горит, все пылает. Так. Что ж, будем осматривать. Сэпушка, привет, наш шпион Сэп. Приветствую. Так, здесь вроде ничего нету. О, вороны. Вспоминает сразу классический Resident Evil. Первая часть. Ну и та же третья, вторая. Так, зайдем пока сюда. Комната 301. Вроде зомби нету. Так, ребят, сейчас подойду. Я снова тут, ребятки. Так, здесь должны быть без предмета, если не ошибаюсь. Так, вот вкусный печенье, наверное, ушел. О, мой бог. Что-то еще есть. С утра лучше еда дать. Thanks.
Так, здесь, по-моему, должен быть еще спецпредмет, я не знаю, точно не уверен. Но лучше осматривать, я точно не помню в этой локации вообще в отеле, где-то это должен быть предмет спрятан. Судя по звуку, зомби тут где-то рядом. Так, добью его. Ее, точнее, ногами. Здесь вроде ничего нету. Так, еще одна металлическая труба. Трубы нам пригодятся, мы кое-что смастерим более умное, скажем так, при помощи Дэвида, если он, конечно, нам попадется. А я надеюсь, что он попадется. Так, ну что, сейчас будет самый интересный момент. Будем сейчас карабкаться через опасное, так сказать, узкое пространство. Так, я подожду правую. Thank you so much. Так, минус одна ворона. I'll be with you soon. Так, ну поехали. No way. You can't give up. Yoko, here. Yes. Excuse me. Так, вот сейчас быстро переходим, пока огня нету. А вот отлично, замечательно. Ворону поджарило хорошенечко. Теперь, по крайней мере, нам урон от нее не выпадет. Привет, Джипомчик. Привет, привет. Всем привет, ребята. Так, ну что ж, мы перелезли. Дверь плотно закрыта, но я чувствую, как жар исходит изнутри. Так, Йоко тоже не попал в огонь, это радует. Впервые я вижу такое, чтобы ни на кого не попал этот огонь. Обычно на ботов попадает, как минимум. Так, проходим сюда. Так, сейчас нужно будет... Надеюсь, Дэвид тут рядом будет, потому что мне надо отдать ему трубки и еще какие-нибудь предметы, чтобы он смастил нам оружие. Зомби куда-то ушел. Так, ну иди сюда, заставь. Ублюдок, мать твою. Все, готов? Готов. Так, тут нет спецпредмета? Пока что вроде нет. Но он тут есть обычно. Насколько я помню. Карта этого города. Памятная медаль нашли. Да-да-да, Алиса, эй-эй, и выстрел. Типа отзывает, типа парни сюда, и вот выстрел происходит мгновенный. Так, заходим сюда. Вот я же говорю, в чем плюс. У нас сейчас компания Йоко, а у нее место 8 слотов. Ну, классический вариант, да, как бы во всех резидентах классических. И нам как бы от этого большая выгода. Мы можем дать ей вещи. Thank you so much. Так, патроны. It can't be. Надо перезарядиться. Привет, рукожоп. Вроде же аутиста проходили недавно. Аутиста? Какого аутиста? Так, отдам ей одну трубу, пусть все-таки потаскает. Thanks. Так, на полке дневник. Ежедневный отчет Янитора. 17 сентября. Мне сказали каждую неделю проверять сигнализацию сегодняшнего дня. Но я привык проверять дважды в год. Новый владелец перестраховщик. То сюда полезет. 21 сентября. Я напился с Тоддом, охранником. Он ворчал о новых картах-ключах, установленных в комнатах. Этого ключа к южной двери будет достаточно. Какая боль. 22 сентября. Тодд оставил ключ-карту в ванной, и я принес ее ему. Когда я сказал ему хранить его рядом с фотографией дочери, он смутился. Наверное, он сопляк. 23 сентября. Тот странный шум в котельной продолжает нарастать и нарастать. Сомневаюсь, что затяжка болтов на трубопроводах поможет. Я передам это владельцу на следующей неделе, но не в воскресенье. А, Резик Отбрейк? Нет, Отбрейк мы уже давненько не стримили. Ну, проходим как бы кампании за персонажей главных. Ихние сюжетные ветки.
Так, у нас патроны магнума, но они нам, по-моему, особо не пригодятся. Хотят, по-моему, только кевин. Так, пусть она берет предмет. И теперь, ребята, у нас есть шкафчик, который можно открыть замком. Используем отмычки. Mind your own business. Используем отмычки, попробуем открыть шкафчик. Может, что-то полезное выдадут. Так, эта отмычка не подходит, слишком долго. Идиот. О, это Дэвид. Гейм лагает. Ну, обычное дело, что с ним поделать. Twitch, YouTube, помощь. О, дали траву. Замечательная травка. Дам ее Юку. Интересно, а тут что-то не есть, секретный предмет? По-моему, должен быть секретный предмет, насколько я помню. Или нет. Тут большой рандом очень с этими предметами, на самом деле. Теперь западный проход второй. Так, Дэвид должен быть где-то рядом, где по его мату. Так. Сейчас зайдем сюда. Комната 201. А вот тут уже зомби я вижу. Так, вроде минус зомбячка. Пока что вроде все чисто. Так, посмотрим. Сейчас либо здесь должен быть предмет. Так, антивирус вижу. Здесь вроде нет. Так, травушка. I want that. This is it. Thank you. Did you find anything? Thank you very much. Там ничего нету интересного. Вроде ничего нету. Так, закрытая дверь. Сейчас мы ее откроем. Значит, эта отмычка подходит. Так, и что у нас тут? Спрей. Спрей. Вроде больше пока ничего. Oh my God. Так, ну теперь получается у нас есть спрей. Отлично. Возьму батарею. I want that. This is it. Thank you very much. Так, ну что, сейчас должен попасться нам Дэвид, и если он попадется, мы можем сделать два уникальных оружия. Я надеюсь, что он там будет внизу, потому что других мест я не знаю, где бы он мог быть. Самое важное, чтобы он не скопытился. Так, берем патроны. По-моему, здесь должен быть спец предмет. Это вот тут, если я не ошибаюсь. Так, синюю траву можно, в принципе, применить. То ли на харде здесь он должен быть. I agree. Did you find it? Oh my God. Так, здесь что у нас? Новая регистрация. Копия списка гостей, ячейка хранения, дубликат. Эндрю Эванс, Анна Уэлл,
Дарио Уосо, кстати, отсылка к третьему резиденту, Джон Доннелл, Джозеф Уилсон, Уи Салливан, Тоби Уит. Так. Записка владельца. Как-то Айоко нерационально выкинул предмет. I want that. This, take this. Thanks. Then use it. Thank you. Так, где же этот Дэвид был подрал? Так, ладно, значит пойдем наверх. Возьмем ключ-карту. Find anything. Все-таки Дэвид. Все-таки он живой. Блин, еще живой, что это за зомбай? I want that. This is it. Thank you very much. Так, там Дэвида грызут. У него вроде пистолет есть, судя по выстрелу. Так, офис бойлерный. Заряжаем. Еще что-то есть. Патроны к дробовику. Блин, как раз таки вот это вот место за... А, я же могу это отдать. Как раз я эти патроны выкину. Так, вот ничего нету. Что-то полезного нету. Так, и нам сейчас будет еще одно нужное место, потому что нужна будет ключ-карта. Можно, конечно, спрей выкинуть. Блин, вот эти вот предметы нам занимают место очень много. Ладно, сделаем так. Спрей можно и выкинуть. Придется выкинуть спрей, когда их тут дают достаточно много на этом уровне сложности. Так, возможно, охранник, который здесь работал, больше не дышит. Так, карточка есть у нас, получается. Какой-то дохлый охранник. Предаркнайт. Это еще что за резидент? На какую платформу? Резидент на платформу PlayStation 2. PlayStation 2 является эксклюзивом по сей день на данную платформу. Ну как эксклюзивом? Поскольку есть эмуляторы, как бы это уже, можно сказать, не эксклюзив, но фактически это эксклюзив. Может быть, когда-нибудь на ПК тоже перенесут. Данная версия играется в 4 человека, как бы, и интересно тем, что в ней есть кооп, в ней есть много разных режимов, и есть много разных уровней сложностей, в которых много всего изменено, и есть много бонус-костюмов и еще всякого-всякого интересного. Так, ну погнали. Тут уже зомби, вроде знаю, что он... Да, вот он стоит, засранец. Минус за
зомбарь. Все, он дохнул. Hey, hey. Вроде прикокошил. Excellent. Все, отлично. Карточка нам больше не понадобится, она одноразовая, тут как бы, ну, только на одну дверь. Так, Дэвид тут у нас, да? А, у Дэвида есть уже ключ. Right. No shit. Черт, Дэвид смотал козлина, когда он так реально нужен, он смотал. На столе лежит документы. Поведение при аварии, как использовать спасательную лестницу. Лестница установлена в холле второго этажа в центре вестибюля и сложена на случай непредвиденной ситуации. Она раскладывается при срабатывании детектора дыма. В избежание проблем с электропитанием устройство подсоединено к резервному источнику питания. При обычной работе, пожалуйста, обязательно переключайтесь на резервное питание для работы аппарата. Резервный источник питания управляется распределительным щитом в северном конце первого этажа. Так, и что у нас тут интересного? Я кожа спалилась его. Патроны, я смотрю, тут. Привет, Буба. Так. Так, Йоко, давай мне патроны. I want that. Did you find it? Так, патрончики, матрончики. Thank you so much. Так, пусть она даст мне эту херню. This is it. Я ее выкину. Здесь вот лежит как бы эти бейджики, чтобы их не таскать. I want that. This is it. Thank you. Так, ну ее есть вид, как бы этот. Тоже труба валяется. Может мне отдать Йоку что-нибудь, я не знаю. Oh my God. Так, толкаем. Just do it. Блин, вот козлина Дэвид бежал, я его дивизию мотал. Вот он очень сейчас нужен был. Так, это выкидываем, бейджи нам не нужны. Так, ну попробуем пройти сюда. Как бы. Надеюсь, что Дэвид тут будет. Что нам очень сильно нужен. Самый вредный, кстати, персонаж из всего состава. Он тут, оказывается, стоит. Дэвид, куда ты прешь, мать твою, иди сюда. Так, мы надеемся, он сейчас с нами пойдет. Is there no way to open this? Come on. Right. Ну где он там? Here. Yeah. Засранец упертый, а? Не идет с нами. Принципиально. Ладно, хорошо, я тогда меняюсь здесь. Дэвид, мать твою, куда ты прешь? Где ты? Дай мне ключ, блин. Так, и дробовик давай сюда. Thank you very much. Так, и теперь. I want that. This is it. Thank you very much. Go now. Так, какой гол? Move, David. О, блин, запутался. Да, не ей. Да куда ты, блин? I want that. Тупые боты, ненавижу вас. This is... Then stay behind. Чтоб вас всех сгрызли тут. Так. Туда, иду туда, хорошо, все вниз пойдем. Так, Йоко, мать твою, заново. Дай мне хилку. Эй, куда ты прешь, ты убитый, блин. Бестолочь ты, блин. This is it.
О, неужели они додумались дробовик использовать? Дэвид. Так, Дэвид, иди сюда. Дэвид, твою мать, сделай мне оружие наконец уже. I want that. Excuse me. This is it. Thanks. Так. This is it. Thanks. Ёмко отдадим электрошокер. I want that. Пипец, вот в той комнате бы все распределили бы четко. Нет, этот тупой Дэвид должен был, конечно, пойти. Thank you. Закон жанра, блин. Самая еще дурацкая опасная зона, где зомби постоянно респанятся. Так, Дэвид, стой на месте, мать твою, за ногу. Дэвид, then use it. Дэвид. А теперь дай мне молот. I want that. This is it. Все, остальное пусть себе оставляйте, эти дробовики, всю эту мишуру. Так, теперь. Come on! Теперь отдайте мне, пожалуйста, ключ, и я пойду во свояси. Все, аллилуйя. Пипец, блин. Я надеюсь, Дэвид не скопытится. Мы его подхилили. Да? Мать. Думаю, уж чисто получится пройти. Из этого Дэвида, блин. Не видать мне, походу, чистой победы. Так, заходим обратно. Буба, ты, по-моему, в прошлом остался. У нас тут не назад в прошлое. У нас как бы будущее идет все. Мы этот сценарий не проходили на нормале. Я лично не проходил соло на стриме. Уж я тебе точно могу сказать. Так, ладно, валим, короче говоря. Главное, что с Йоко с нами, как бы. Там, кстати, еще спрей оставался. Ну да ладно, один спрей как бы погоду не сделает. Конечно, можно за ним было бы побежать, но не обязательно. Так, сколько у нас там спецпредметов? 4, да, еще 4 есть. Буба, либо из тебя тролль не очень, либо ты специально так пишешь. Ну, как бы, мы проходили, да, за Кевина, но мы не проходили за Алису. Ты как бы не забывай, сюжетные-то линии разные. Блин, сравнил тоже. Это все, что первый резидент говорит, что я проходил, типа, резидент, но только за Криса, но за Гирю, типа, не проходил. Вот, под таким соусом, если говорить. Блин, думал, завис он, что ли? Ах ты, сраный лизун, а. Да ты охерел, что ли? Ох ты же, блюдок, а. Блин, так встал, так еще. Так, да ты... Эй, мать, ну что такое, а? Все, этот ключ нам не нужен. Блюдок сраный. Йоко, блин, твою мать, не стреляй. Господи. Тратят патроны, как не знаю что. В общем, ботам вообще не отдавать никакие оружия. Кроме однострельных там, не знаю, или просто рукопашных лучше. То есть, что назад будущий отличный фильм, так что нужно. Да, я знаю, я смотрю. Сдохни, тварь. Так. Блин, паскуда, ранило меня это сволочь нехило. Так, памятная медаль первая. За наш шваброй. Ну, молотом. Молотом хорошенько жахнули. Так, теперь ты видел все. Так, еще одна батарея. Патроны для дробовичка. Пистолет можно выкинуть, он мне как бы погоду не сделает.
А вот дробовик погоду сделает. Так, вот здесь, по-моему, должен быть специальный предмет для Алисы, если я не ошибаюсь. Такая маленькая камера, он, по-моему, называется. Сейчас посмотрим. Да, вот, маленькая камера. Вот он. Это для Алисы специальный предмет. Маленькая камера, это должно пригодиться на работе. Ну, типа, скрытая камера, вы поняли. Поняли, да? Да-да-да, Буба, именно так. Назад, назад в прошлое или будущее уже. Как хочешь воспринимай. Так, питание мы включили. Берем батарею, отдаем Йоку. Так, один предмет мы нашли. Нам нужно найти еще один предмет. Ну, у меня есть догадки, где его можно найти. Вот такие, знаете, общие догадки. Не конкретные. Так, эту тварь мы пока завалили на время. Еще, кстати, дробовик. Отдадим Йоку. Нам как бы два дробовика не нужно. Комната 101. Так, вообще амбреллы. Суп бумаги. Расписание обязанностей. Обслуживание номеров. Ужин с чаем, стирка, сбор оплаты. Всего $12. Джордж Уилсон. Джордж Уилсон. Джозеф, может, Уилсон. ДСХ. I think so. Yeah. ДСХ. Yeah. Открыто. Замечательно. Здесь на барабане ключ. Так, и спрей тут лежит. Ну, пусть Йоко возьмет его. Так, здесь кажется все. Здесь кажется все. No shit. Так, синяя трава. Я ее просто приму как антивирус. Ибо здесь нет ядовитых тварей на этом сценарии. Так, пожалуйста, тише. Эта штука чуть тесно к шуму. Если она вас снова найдет, мы что-то не хочу делать этого. У меня кровь не останавливается. Будь начеку язык этой твари. Нет ответа, кажется, он умер. Короче, типа выживший тут лежит. Так, ну, по крайней мере, мы тут все обследовали. Питание включили, ключ получили, можно отсюда и валить. Блин, было бы, конечно, здорово, если бы вот этот отберг, первый, второй ремастер бы сделали, бы запилили в Steam с ачивками, вообще была бы сказка, я думаю. И по сети это было бы играть вообще просто одно наслаждение. Так, у меня гнутая труба, пусть она ее возьмет. Тоже. Thank you so much. Так, карта. Здесь вроде пока что ничего нету, наверное, Дэвид ее подобрал, скорее всего. Так. Обшарим комнаты. Вот. Меня, блин, не поймал. Я тебе по секрету скажу, ремастер от Бека будет инфосотка, не знаю когда, но будет. Да, я поверю твоим официальной информации, Джипом. Так, посмотрим вот здесь. По-моему, здесь должен быть предмет. Купон на рыбное блюдо. На столе записка. Записка гостя 1. Папа сказал мне вести дневник, как только я пойду в новую школу. Сегодня я его проверяю. Папа всегда такой занятой. Он преподаватель университета. Сегодня утром он ушел рано на встречу с какой-то шишкой. Я должен был идти в школу, но надо следить за номером до возвращения папы. Ох, как тут скучно. Я уже перерыл всю его комнату в поисках инвентаря. А, интернет, точнее. Там была эта странная картина. Я несколько раз тронул выключатель возле нее, но ничего не произошло. Мне так скучно. Еще я хочу съесть. Надеюсь, папа скоро придет, и мы поедим. Привет, Джек. Привет.
Это ты саркастично отнесся? Нет, ну я с надеждой все-таки, как бы, я хочу верить. Точно прохождение, всем привет, 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 Жека, привет. Привет, наш работяга. Open the door, hurry! Так, ладно. Hey. Go away! Не подходит эта отмычка, видать, другой замок. Хорошо. Так, у нас тут есть кислотные гранаты, ребята. Они нам пригодятся. Thank you. Кислотные гранаты, это нам нужно. Did you find it? Так, здесь вроде все. Прямую хилку сразу, что ли? Чё же мелочиться? Некоторые резервировали сайт для ремейка второй части, в тот же день был зарегистрирован сайт для Outbreak'а. А, ну значит... Значит, не все потеряно. Так, зомби выходит. А я захожу. Ага, вот она, чё для помощи. Сейчас гляну, что там за ссылочка. Так, сейчас гляну, что там за ссылка от Джипорна. Джипорна нашего. У меня ничего не показывает, белый экран. Ну, наверное, есть, не знаю, черт его знает. Но если будет, будет реально круто. Плюс, может, что-то новое добавить еще. Дэвида слышу. Так, здесь вроде ничего нету. Так, картину мы не трогаем, это уже сделано. Там надпись окей. Понятно. Так. Так, со вторым ремейком был. Ну, значит, будут пилить. А что еще остается? Значит, будут пилить. А им, в принципе, что там, текстурки подтянуть, как бы добавить кое-какие более упрощенные моменты. Может, еще какие-то бонусы добавят. И сетевую поддержку нормальную. Ну и, может быть, фразы команды получше сделать. Так, где этот Дэвид, мать его? Я его не вижу. Где он? А он там, походу, на втором. Вот идиот этот Дэвид, а? Ну что он там бродит-то, а? Так, я надеюсь, что он сейчас не скопытится. Ай, ты ж, блин. Идиот ты, чертов, куда ты лично уходишь? Так, у него есть гранатомет, тоже плюс. И есть пистолет. Надо ему дать хилку, у него уже зеленое все. Дэвид, мать твою за ногу, ну куда ты идешь на второй этаж? Ну, блин. Как можно быть настолько тупым? Так, Да сдохни ты уже наконец, господи, что за живучий зомби. Да, кстати, вот правильно говорит Джипом, главное, чтобы порт был нормальным и не просадок FPS не было. Минус. Так, здесь, по-моему, спецпредмет должен быть, насколько я помню. Блин, надо было трубу Дэвиду, а у нас не будет
Сейчас Касьёку скомбинируется. Да ё-моё. Господи, какие же тут глупые боты, это просто, я не знаю. Ладно. Держи. Так. Спецпредмет. Нету тут ничего? Судя по всему, нет. Вот, блин, какая-то записка была. Какая записка зерни, что-то не тоже принятые аварии. Так, вот это, Уиза. Большое спасибо за приглашение, но я решил пойти с Эдом. Мне просто не избавиться от всех грустных воспоминаний, если я останусь здесь. Пока я рассматривал картину с старым замком в моей комнате, я начал думать о Манчестере, где мы выросли. Я никогда не забуду те добрые времена, когда нам с мамой было хорошо. Но я просто не хочу думать об этом. И вообще, я уверен, что с тобой все будет хорошо. Извини, пока, Эми. Так. This must be it. Так, давай-ка ее ко мне траву. I want that. This is it. Thank you very much. Did you find it? Там Дэвид, что ли? Дэвид, мать твою, иди сюда. I want that. Через безопасные зоны. Ну чё за... Куда эта зомбячка тоже взялась? Мать, господи, как же меня бесит эти боты. Тупые, как пробки, блин. Это жесть просто, тупые. Так. Дэвид. Да, блин, Дэвид. Ой, за ногу. Он меня специально троллит. Он как будто заходит и выходит в нужную секунду. Так, ладно, здесь делать вроде нечего, здесь ничего не оставили, что-то оставили. Так, отдадим. Я все забрал отсюда. Вроде все забрал. Так, сейчас главное, чтобы Дэвид нам смастерил еще одну, либо кувалду, либо электрошок. Дэвида, конечно же, нету в нужный момент. Йоко, как всегда, жрут. Существенный. Неужели ты тут, мать твою, за ногу? Так. Ну, пусть у него будет хотя бы, не знаю, этот электрошокер. Did you find it? Find anything? I want that. This is it. Thank you very much. Вот, а. I want. Did you find anything? This is it. Thank you very much. Так, куда ты попёрта, ё-моё? Ладно. Не суть. А вот он уже идет. Дэвид. Адам дает дробовик один. Find it.
все-таки хоть чем-то защищается, а то, блин, ходит как этот голодранец. Да, здесь, по-моему, должен быть дробовик, если я не ошибаюсь. Да, и тут зомби, естественно. Так, Йоко молодец. Да, дробовика тут нету. Здесь все огнем охвачено. Могу пройти, пламя туда-сюда. Здесь ни хера ничего нету. Так, окей. Тогда надо пистолет забрать у Йоко. I want that. This is it. Thanks. I want that. This is it. Thank you so much. Все отлично. Так, поперлись на второй этаж. На первом нам, по-моему, особо делать нечего. Так, лестница. Так, второй этаж остался, смотреть две комнаты. Ну, короче, потом осмотрим. Так, Дэвид уже тут, да? Вопрос, где именно он? Ладно, хрен с ним. Так. О, май гад. Зомби тут, тут как тут. Беливая. Так, записка. Дневник охранника. Обычный патруль на крышу. На крыше начинается в субботу. Запрос на ремонт распределительного щита Кайл. Смена кода в помещении охраны. 0721. Школа Санды. Пистолет завтра. Ну, код мы уже получили, как бы нам это не надо. Янитор, отметка о ремонте, места ремонта, отсоединенная распредчита, общее забучивание в котельной, трещины стены в букет, в комнате 304-305, вентилятор в передней коридоре, у ремонта гостиной. Приоритет. Так, ну судя по всему, здесь нет спецпредмета. А, так мы, получается, все нашли уже. Черт, походу все нашли. Ага, понятно, короче, один спецпредмет для Алисы мы пропустили. Ну как, мы уже даже взять его не сможем. Ну ладно, хрен с ним, в принципе. Я думаю, еще на норме поиграем. Так. По-моему, он здесь должен был быть, этот предмет. Thank you. Дамбарь тут. Так, большой антивирус.
Так, судя по всему... Так, где этот ключ? I want that. This is it. Thank you very much. Что, у тебя аптечек не осталось. Тебя без них нас не оставят в любом случае. Так, ключ нам не нужен. Did you find anything new? Патроны. Thank you very much. Oh my god. Did you find it? Так, алмаз у нас есть. Ну, в принципе, можем валить к выходу уже. Здесь все осмотрели. Ну, остается еще две комнатки. Мы сейчас тоже их посмотрим. Так, минуточка, отбегаем. Не хотим с ним связываться. Дальше там шипит себе. Так. Так, записка. 23 сентября. Я один из двух, которого особенно просили остаться в этой комнате с очередной женой, и я согласился остаться. Здесь чувствовалось мирное место, где я мог бы некоторое время писать, вспоминая свою любимую жену. Впрочем, этот новый хозяин отеля повесил довольно странную карту в качестве декорации. Проклятая штука пускает в глаза солнечных зайчиков и мешает концентрации. Я тоже жаловался, пока мне не дали большую премию за то, что остаюсь, но мое терпение истощилось. Я собираюсь ехать и найти утром более подходящую гостиницу. Блин, по-моему, предмет вот здесь должен был быть, вот в этом месте, я сейчас помню. По-моему, здесь он должен быть на нормале. А, вон еще дробовик, кажется, лежит. Правда, пустой. Thank you. Так, итог. I want that. This is it. Thanks. Пистолет отдаем. Берем дробаш. Так, остается последняя комната. Do you have the key? Так, попробуем открыть. Did you find anything? Ah.
Так, ну ради антивируса мы сюда, конечно, приперлись. Оно, в принципе, я думаю, обусловило. Так, тут еще есть нож, но у нас нет как бы палки. Да я думал соорудить копье. Так, все, выбираемся, короче, отсюда. Пора валить с этого отеля. Достаточно тут набегались. Так, надо не забыть про бейджики. Блин, у нас еще две красные травы, охренеть. Как мы сейчас и сделаем, в принципе. Так, за бейджиками мы потом вернемся. Чтобы другую концовку получить. Такую незначительную концовку, я бы сказал. Так, а где Дэвид этот козлин? Он что, не выжил, что ли? Хотя, по идее, он должен будет прийти. Так, патроны. Да блин, Йоко траву применил, вот зараза. Эх, думал, хоть смешаю. Отдам Йоко эту смесь тогда. Is there no way to open this? Так, патрон к пистолю. Oh my god. I want that. This is it. Thank you. Ну, кстати, другую я вижу. Так, вот, собственно говоря, и трава. Так, вот эти патроны ей вообще как бы не нужны. Так, и вместо гнутой трубы отдадим ей эти патроны к ружью. Я возьму тем самым одну зеленую траву. Так, ну, нам нужно как бы еще Дэвида найти. Так, мне же патроны не нужны вот такие, я пока тогда... Труба пусть, в принципе, тут валяется. Что еще? Йоко заряжена по полной. Я тоже нехило заряжен. Сейчас вернусь за этими. Хотя, может, потом просто вообще Дэвид должен появиться. Сейчас пойду-ка обратно. Я надеюсь, что Дэвид выжил. Если он не выжил, то мне спишут 1000 очков. А это не очень хорошо. Сохраняем. Так, дождемся Дэвида. Он сейчас, по идее, должен здесь появиться. Надеюсь, он там не скопытился. Блин, он скопытился, вон крестик обозначен. Да и хер с ним. Так, траву я могу туда сразу применить. Там еще спрей дадут. Возьму эти бейджики. Чертов Дэвид. Упертый козел скопытился, в итоге, блин, ни себе, ни другим. Так, все, ну я готов, короче, к бою. У меня две гранаты, по идее, этого хватить должно. Помочь, не знаю.
Так, вот у нас особый вид лизуна. Так сказать, уникальный лизун. Че, я промахнулся, что ли? Сволча. Йоко. Поймите. А еще и сюда этот ползет. Да блин, как же все криво-то все сделано-то, а? Надо было не в этого стрелять. Йоко, давай мне это оружие. Долбал. Да как? Нихера себе. Ах ты ж сволочь, ну подойди, сейчас открою. Что-то немножко все не попал, но пошел. Выходи! Скорее! Так, окей, все, при нас. Йоко там бегает, как болванчик какой-то. I want that. This is it. Thank you. Так, я хочу еще пострелять. You can't give up. Ты ж падла, а? Иди сюда. Stay back. Баба лизун, да. Это особый вид лизуна. Чуть не пропали. Горит уже не только гостиница, но и весь город. Вам повезло. Я это заслужила. Мы патрулировали город, пытаясь помочь тем, кто нуждался. Но здесь хуже, чем в зоне боевых действий. Вызвали армию. Лучше как можно скорее выбираться из этого города. У нас очень плохое предчувствие. Вы можете остаться со мной. Надеюсь, что все будет в порядке. Я едва избавилась от запаха гари, но аромат смерти все еще витает где-то рядом. С уверенностью можно сказать лишь о следующем. Я выжила чудом, и следующий ад ждет меня за углом. Знаете, мне знаком этот голос озвучки, который был в Диабло. Ну, такая вот концовочка. Ну, она отличается только там чуть-чуть расширенной музыкой. Да, и ублить, помимо ублить ненаглядно, везде ты свой ублит припоминаешь, Буба. Так, сняли, падают 1000 очков. Ну, естественно, этот Дэвид дебил ушел вниз куда-то, блин. Как бы в роли болванчиков персонажи вообще выглядят просто неуместно глупо. А если, конечно, за них будет играть живой человек, естественно, то это уже будет как бы уникально. Так, получили мы, короче, один предмет только для Алисы. Это маленькая камера, ну ничего, я думаю, будет еще возможность. Открыть сейф. Так, ага, так, так, так. Добыта записка. Угу. Открыли комнату. Шкафчик отмычкой, видеоприключка. Отлично. Так, внимание, открыть новый бонус. Меню, костюм, секция коллекции, добавлена новая штучка. Значит, не зря я спасал эти бейджики. Я открыл пожарников, по сути, судя по всему. Под мне ролик в секции коллекции обновления. Отлично. Сохраняем прогресс. Так, давайте посмотрим, что мы там открыли. 93% у нас уже. На 93% пройден сценарий. Вот персонажа, собрание. Так, сначала лог посмотрим. Живой человек тоже может натупить, вот будет играть, возьму Дэвида и спецом вдох где-нибудь в жопе мира с этим предметом. Вот так и бывает.
Так, ну да, короче, перепала маленькая камера. Жалко, еще один предмет мы не нашли. Но это в силу того, что ограничение стоит. 8 предметов за сценарий только можешь собрать. Если вы все патроны с локацией будет сдохнуть. Вот, тоже верно. Так, у нас 7000, 5 очков, неплохо. Было бы 8000, кстати, 5 очков. Так, откроем, знаете что, как раз вот четвертый сценарий, тут скрин. Пламя ада. Одноместная комната $25 за ночь. Считается очень недорого. Комната была украшена по вкусу бывшего владельца. Здесь много антиквариата. Ну, понимаете, да, как бы... Всякого-всякого куча. Это описание комнат этого отеля. Так, что открыли? Вот, мы открыли вот этих двух пожарников, судя по всему. Так, и открыли еще ролик. Так. Ну, очков у нас еще много, пока сбережем. Как бы нам такой надобности их нет тратить. Сохраняем, отлично. Так, ну что ж, ребята, я сейчас пока сделаю стоп-старт. Через 5 минут мы запустимся. Будем проходить сейчас пятый сценарий, так что никуда не разбегайтесь, пока налейте чайку. Через 5 минут мы начнем пятый сценарий за Алису. Так что увидимся через 5 минут, ребята, не разбегайтесь.